Отделение Национального олимпийского комитета в Одесской области переизбрало голову. Уже второй раз им стал олимпийский чемпион 2000 года по стендовой стрельбе Николай Мильчев. Выбирали нового председателя на отчетной конференции областного отделения комитета в Одесском музее футбола. Сегодня состоялась отчетно-выборная конференция Национального олимпийского комитета в Одесской области. Было доверено продолжать дальше мне руководить нашим отделением. Ну, особые слова благодарности хочется сказать, наверное, человеку, который вот это вот все создал. К сожалению, многие жители нашего города не знают о том, что у нас лучший, наверное, в Европе есть музей футбола. Когда-то приходите, смотрите, нам предоставили это помещение. И мы провели наше спортивное мероприятие с олимпийскими чемпионами. На конференции также присутствовали известные олимпийские чемпионы, такие как Николай Вилов, Яков Железняк, Елена Соколовская, призерка игр Наталья Бурдейна, а также представители более 20 региональных федераций по олимпийским видам спорта. Все они в один голос говорят, что под руководством Николая Мильчева Федерация олимпийских видов спорта понесли большие улучшения. Мильчев Микола Миколаевич, он попал в той вихор подій, так би мовити. І що знаменно, це те, що такий відомий атлет, як олімпійський чемпіон, швидко вкрутився в цю роботу, зрозумів суть її, доклав зусиль, і сьогодні це таке обласне відділення в десятці найкращих обласних відділень в Національному олімпійському комітеті.